Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу і запрошую в цій розмові на тему говорити про Миколаївську книгу. Ми сьогодні хочемо познайомити вас з книгою «Історії для історії» і спілкуємося в студії з її автором Євгеном Григоровичем Горбаром. Доброго дня. Доброго дня. Євген Григорович, книга «Історії для історії» – це вже друга, і вийшла вона певний час тому, але так склалося, що ми в цій студії не представляли це видання. – Тому хотілося б, щоб ми почали, власне, з історії, історії для історії. Скажемо так. Ще раз доброго дня. В 2011 році, коли ми презентували книгу «Історія для історії», написану з моїм сином Кирилом, в бібліотеці Кропивницького, тоді постало питання, і нам був дан такий наказ. Напишіть і продовження ще. І так, вроді би, це як і прозвучало шуткою, але в дальнейшому оказалось, цей наказ прозорливим. І в 2015 році появилась книга «Історії для історії», книга вторая. 25 марта текущого года состоялась ее презентация в библиотеке имени Кропивницкого. По отзывам всех участников презентации, она прошла довольно-таки интересно. И, наверное, это благодаря тому, что практически основная масса тех людей, о которых писали, они присутствовали на презентации этой книги, или их близкие родственники. Евгений Юрьевич, вот вторая уже книга, и герои ее – это люди знаковые. Знаковые для нашего города, для нашего края. Но, к сожалению, так складывается, что имена далеко не всех широко известны. И получается, что вы землякам, по сути, открываете некоторые из них. Ну, вы правы. Но здесь, конечно же, ни в коем мере это, чтобы не прозвучало как бахвальство с моей стороны. Ну а так, наверное, получилось. Может, это и угодно Богу, что действительно мы говорили и рассказываем сегодня людям о наших земляках, которыми мы должны гордиться. Мы должны воспитывать на их примере отношение к долгу, к родине, наше подрастающее поколение. Я вот не встречаюсь буквально недавно со студентами, я и говорил, может быть, и не было бы вот такой беды с нашим вот сегодня псевдопатриотизмом, был бы настоящий патриотизм, сложившийся в данной ситуации, которая у нас на востоке Украины, если бы мы знали о мужестве и героизме наших с вами земляков, то есть было бы на ком равняться и под кого себя чистить, с кого брать пример. Ну вот, к примеру, Степан Поликарпович Беляев. Это человек, легенда, который считается одним из величайших людей 20 века на Камчатке. Наш уроженец, родился в Богоявленске, закончил Олешковскую, сегодня это Цюрюпинск, мореходную школу. Великолепнейший капитан дальнего плавания, который совершил легендарный переход в 1941 году с первым грузом по ленд-лизу с Нью-Йорка в Мурманск, и прибыв туда в декабре, а уже когда совершал второй рейс, вражеская авиация потопила этот пароход «Декабрист». Было 60 членов экипажа, 20 человек военных, вспомогательных артиллеристов, в основном, которые занимались жизнеобеспечением, сохранностью, защиты корабля от самолета противника. Но корабль пришлось им покинуть. На 4 шлюпках они разместились. 11 суток в воде при температуре минус 1-2 градуса они скитались в океане, пока их не подбросило на безлюдный остров Надежды, который находился в 120 милях от острова Шпицберген. И вот эти 19 человек, конечно, в первые же дни большая часть из них сразу же умерла
Они замерзли, не было у них в достаточном количестве еды, не было помещения. Но те, которые сначала осталось 7 человек, они делали попытки на этой же шлюпке снова пробраться в Мурманск. Он мог ориентироваться как опытнейший капитан по звездному небу. Но волны снова выбросили их на берег, и они остались на этом безлюдном острове Надежды, где они прожили 7 месяцев. Пока уже оставшихся 4 человек всплывшаяся немецкая подводная лодка приняла за метеорологов или за разведчиков. Сначала они вывезли в Норвегию, в концлагерь Тронхейм, Беляева, Степана Поликарповича, а затем вернулись за остальными. А всего их выжило с этого острова, пройдя ужасы концентрационных лагерей, в Норвегии 3 человека. Он, моторист и еще медработник Наталич. Интереснейшая судьба, безусловно, этого человека. Человека, я бы сказал, легендарный. И вот 9 мая 2015 года по телеканалу 2 плюс 2 показывали фильм «Белый плен». Там как в небе Норвегии в бою приземлились, были повреждены самолеты. 3 немецких летчика, и они нашли себе там хижину охотников, а затем и 2 английских. И вот как они там это все выживали, то есть даже небольшой промежуток времени они там провели, этому был посвящен фильм. И вот тоже я когда выступал на презентации, я сказал, попади это талантливому режиссеру, даже вашему коллеге Топчему, если было, конечно, приличное финансирование, готовый сюжет для прекраснейшего художественного фильма. Фильмы, на примере которого мы могли бы воспитать не одно поколение. Вы помните 49 дней, 4 моряка на барже, которая оторвалась, болталась в океане. Поплавский, Жиганшин, там, не помню так всех остальных фамилий. Так их и наградили орденами. И Высоцкий посвятил песню, был снят художественный фильм. А здесь 7 месяцев на необитаемом острове. Выжить в лютую стужу. Да, действительно, просто невероятные какие-то истории. Евгений Григорьевич, но вместе вот с такими именами здесь и имена земляков, которых мы хорошо знаем, наших современников. Это имя первого героя Украины в нашей области, очень известного. Николая Ивановича Бялыка. 8 июня было как раз 2 года, как его уже нет, к большому сожалению, с нами. И тоже интереснейший судьбы человек, человек, который постоянно боролся со смертью, потому что хронически болели у него почки, серьезное заболевание. Он по 2-3 раза в неделю был на гемодиализе, но он верил в жизнь, любил жизнь, очень многое оставил после себя. Вы знаете, что такие люди не должны, конечно же, забываться. Я думаю, что и не случайно он стал и первым героем Украины среди николаевцев, и первым героем Украины среди виноградарей Украины. Я думаю, что память о нем будет жить еще очень-очень долго. В книге есть интересный тоже материал о Ляшенко Валерии Ивановича. Это кандидат педагогических наук, педагог в 6-м поколении. Тоже интересно описывается его судьба. Он сам уроженец Николаевской области. Что интересно, прадедушка его был учеником Ушинского, а его с 1 по 4 класс учила прабабушка и прадедушка. Поэтому тоже интересная такая семья педагогов. У нас таких семейных семей педагогов династии есть они еще на Николаеве, есть о ком рассказывать, и я думаю, что все это будет об этом впереди. Буквально на одной из последних страниц книги вашей фотография в то время, когда книга вышла, еще эскизного проекта мемориальной доски Борису Степановичу Немирову.
в начале мая, в первых числах мая, когда открывался, собственно, сезон следующий в нашем Николаевском областном яхт-клубе, открыли и вот эту мемориальную доску. Но здесь, в этой книге, не столько история Икара и самого Бориса Степановича, как немного другая, но мне бы хотелось, чтобы вы поделились этой историей с нашими зрителями. Действительно интересная, на мой взгляд, история. Как-то попал мне в мое поле зрения знак, в котором написано «За дальний поход на Икаре». И вот я решил установить сам для себя, вот мы с сыном, что это за знак и какова его история. Поверьте, тоже удивительно. В июне, в июле, проходя Атлантику на Икаре, в команде Михаил Терновский, он тогда был членом этого тоже экипажа Икара, они как раз шли на празднование миллениума, международную регату, то есть перехода на новое тысячелетие нашей цивилизации. И он говорит, был поход кругосветный, был проход Колумбус 500 на 500-летие открытия Америки в 92-м году. И ни одного знака этому не было посвящено. Конечно же, эта идея Терновского была поддержана. На команде помощником капитана был Лукьяненко Сергей Васильевич, профессиональный художник. Он тут же набросал эскиз этого знака. Вот, пожалуйста, этот эскиз он мне любезно подарил. Сейчас мы покажем самого Сергея Васильевича. Да. И затем покажем эскиз. Вот он мне эскиз этот любезно подарил, этого знака. Они согласились, и это все было выполнено, когда качало в Атлантике их. Этот эскиз, видите, пожелтевший, как дорогая реликвия. Я его сейчас вот думаю передать и музей судостроения, и флота, чтобы он хранился там как память. И вот, не откладывая в долгий ящик, уже придя в Николаев, они взялись за дело. На ПО «Экваторе» слесарь Сильке вырезал матрицу. Эту матрицу затем доработал один из, гравер, который работал в доме быта Ромашка. Пресс такой был, который необходим для того, чтобы сделать эти знаки на заводе «Кристалл». Эти знаки были выпущены, определенное всего количество. И Борис Степанович Немиров лично раздал всем участникам вот этих трех дальних походов на Икаре, ее участников. Лишняя часть знаков, что интересно, и вот эту матрицу со своими соратниками, выйдя на яхте в лиман у мыса Джигол, он выбросил за борт. И вот, видите, теперь мы знаем эту историю благодаря Сергею Васильевичу Лукьяненко. Действительно, очень интересная история, и уже эти знаки никто не повторит. Поэтому, кто ими владеет, они должны знать, что они уникальны. Это уже очень большая история. Вот сейчас, возможно, вы спровоцировали какой-то такой всплеск истории Каджиголу, и, может быть, кто-то... Ну, понятно, что шансов практически нет. Но на самом деле вот такие истории, я не специально не употребляю слово легенды, а истории, правдивые истории, очень часто становятся отправными точками для того, чтобы что-то искали дальше, что-то открывали больше, что-то узнавали больше. Вы совершенно правы. В этом и интерес вот одержимых людей, краеведов, которые не зацикливаются порой на достигнутом, а, как говорится, копают глубже, и тогда действительно находят те самородки, которые не только им интересны, они интересны будут окружающими, они останутся действительно в аналах истории, и совершенно по-другому сверкают грани того или иного события, поиск которому был посвящен, или той или иной личности. Вот так получилось, тоже интересно. Никто фактически не слышал у нас в Николаеве об Афанасии Осиповиче Фирсове.
Это легендарный человек, великий инженер, я считаю. Он с 1927 по 1929 год работал главным инженером у нас на заводе «Марти», это сегодня Черноморский судостроительный завод. Родившись в 1883 году в Бердянске, украинец, в свое время закончил техническую школу в Германии, затем в Цюрихе политехнический университет, который в свое время закончили, за всю его историю закончили 22 нобелевских лауреата. Это уже говорит о какой потенциал этого высшего учебного заведения. Среди них и Вильгельм Рентген, и Альберт Эйнштейн, и другие светила науки. И вот я здесь рассказывать долго, поверьте. Конечно же, все видели фильм, который был посвящен Кошкину, как создателю танка Т-34. Затем сюда вклинился за пальму первенства создателя и Морозов, и Кучеренко. Они стали героями соцтруда, многократные лауреаты государственных премий. А, к сожалению, об Афанасии Фирсове забыли. Так вот, когда почитает читатель вот этот очерк о Фирсове, он тогда поймет, кто же действительно создатель. В конце мы, конечно, с сыном просили, мы не думали, что такая у нас, конечно, разорвется сейчас ситуация на Украине. И было бы, конечно же, правильным, если бы вот ко Дню Победы Афанасий Иосифович Фирсов был удостоен звания Героя Украины. Поверьте, он этого достоин. Ну и на таких примерах мы должны воспитывать подрастающее поколение, как человек может сделать из себя великую личность. И жалко, конечно, что в годы вот этих всех репрессий он пострадал и был расстрелян. Когда уже были готовы чертежи, когда уже был готов макет танка, легендарного танка, будем говорить, Победы. Ну, такая драматическая судьба этого человека, который трудился и жил в нашем городе. Евгений Григорьевич, ну на самом деле, если я правильно понимаю, я сейчас постараюсь вот, корректно, скажем так, мысль свою в слова облечь, то часто бывает так, что заслуга краеведа, заслуга человека, который пишет тот или иной исторический очерк, в том, в первую очередь, что он внимателен к материалу, может быть, внимателен к людям вокруг. Ведь иногда тоже какая-то встреча, какое-то случайное знакомство могут стать отправной точкой. И затем работа в архиве, работа с документами, и тогда эти бумаги становятся живыми. И затем ложатся в основу вот таких книг, как та, которая сейчас... Ну, Тардан, вы совершенно правы. На столе. Я вот действительно сделал для себя такой вывод. Ведь главное не смотреть на бумагу или на тот или иной знак, орден, а главное заставить его заговорить в прямом смысле слова, чтобы он рассказал больше, чем видят наши глаза. Но для этого нужно работать. Конечно же, для этого есть, вот лично у меня, пользуясь такой возможностью, я хотел бы большое спасибо сказать и работникам Николаевской научной универсальной библиотеки имени Комарева. И работникам Николаевской центральной городской библиотеки имени Крапивницкого, и работникам Государственного архива Николаевской области. Конечно же, без их помощи, без их поддержки многое бы могло бы не получиться. И, конечно же, большое спасибо и героям моих книг. Они очень мне многое иногда подсказывают. Я, конечно, прошу прощения, может быть, иногда излишне назойлив, дотошен в беседе с ними. Но иногда важна каждая крупица, которая потом позволяет выйти на более масштабные вопросы в изучении истории. Вот когда я впервые рассказывал о первой женщине-строителе в СССР, лауреате государственной премии СССР Зинаиде Тихоновне Якименко, уникальный тоже, конечно же, человек, очерк называется «Я любовные звезды не меняю»,
А почему она любовь на звезды не поменяла? У нее случился, встретила она тоже женатого человека, она замужняя женщина, вспыхнула любовь, она известный в городе человек, бригадир, известнейший на весь тогда Советский Союз строительной бригады, и сегодня трудно даже в это поверить. Норму выработки, которую достигла эта тогда бригада, не было побито никем. Они, вот считайте, были чемпионами на то время по норме выработки Советского Союза. За три дня они могли проштукатурить подъезд девятиэтажного дома, вот ее бригада. Насколько они великолепно работали. Ну, я думаю, что и не зря же лауреатом стала государственной премии рабочая очередь. Mm-hmm. Так вот, после того, почему же любовь на звезды не меняю? Вызывают его компартии, говорят, знаешь, ты давай заканчивай крутить роман с таким-то, таким-то, вот уже все лежат документы, мы тебе представляем название Героя социалистического труда. И она ответила партийному чиновнику большого ранга, говорит, что я любовь на звезды не меняю. Я думаю, что так мог поступить только очень сильный по жизни человек. И вот, работая с ней, она мне рассказала о Надежде Степановне, дочери Беляева. Так я вышел на дочь вот этого капитана дальнего плавания Беляева, то есть была подсказка. Благодаря областному телевидению, просматривая передачу, было интервью с одним из ветеранов. Грудь вся в орденах, медалях, и в титрах фамилия Панасевич. Буквально встречаю бывшего своего коллегу Владимира Владимировича Панасевича, говорю, слушай, это не твоего родственника показывали, говорит. Нет, говорит, это не мой родственник, это мой папа. И через три дня я уже был у папы в гостях, тоже написали мы очерк «Душа в тельняшке». Оказывается, уникальная судьба. Он юнга морского флота, юнга выпуск школы юнг первого выпуска на Соловецких островах. Он учился вместе с Валентином Савичем Пикулем, известным писателем, ну и не зря, видите, как это судьба бывает. Он Владимир Савич, тут Валентин Савич. И тоже интереснейшая судьба этого человека. Семиклассник, который добровольно ушел, имея маму и папу, в школу юнг на Соловках, рвался на фронт, в первом же бою на Черном море получил ранение и свою первую медаль за боевые заслуги. Ну и, конечно же, награжден одной из почетных для моряков военно-морского флота медалью Ушакова. Евгений Григорьевич, я знаю, что есть у вас планы, что будет еще книга. Если нет никаких, ну, как украинское хорошее слово, просторог, забобон. Нет, я думаю, что когда была презентация 25 марта вот текущего года вот этой книги, прозвучали такие пожелания, и я так хочу сказать, что там присутствовали владыка Николаевский, Очаковский, Петерим, он благословил и сказал, что пусть еще будет и третья, и четвертая, но это, знаете, как уже все в руках Господа. Сейчас работаем, материалы интересные мы накапливаем, стараемся, чтобы это было, ну, совершенно что-то по-новому, и не с целью удивить читателя, а с целью, чтобы просто он, этот материал не прошел мимо не только меня, а и мимо других. Век очень короток, а память еще короче. Для того, чтобы мы могли это все сохранить для последующих поколений. Поэтому работаем, я думаю, что, используя отпускной период, постараюсь и отдохнуть, и творчески подвести к тому, чтобы, может быть, осенью мы смогли бы с вами говорить уже об истории, для истории третьей книги. На жаль, практично вичерпано час нашої сьогоднішньої зустрічі, але справді сподіваюся на наступну, що будемо говорити про третю книгу. Але, знаєте, мені хотілося, щоб ми завершили нашу сьогоднішню розмову цитатою, яку ви винесли на запрошення на презентацію. Вона надзвичайно важлива і, мені здається, так концентровано передає зміст того, про що ми з вами говорили. Да, а цитата следующее, это принадлежит историку Василию Ключевскому. История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. В
Поэтому я хотел бы обратиться ко всем телезрителям. Давайте будем учить историю. Это хороший учитель. И тогда не будет у нас с вами никаких проблем. Потому что она такая коварная штука, что она всегда повторяется. А если мы ее будем с вами прекрасно знать, мы всегда сможем выйти из любой ситуации, если не победителем, но и не побежденным. Я вам ще раз дякую і хочу запросити миколаївців ближче познайомитися з цією книгою «Історії для історії». А я, пользуясь такою можливістю, ми вже з Інгою Едуардовною не перший раз в ефірі, не один год вже знайомі, подарити її для личної бібліотеки екземпляр книги на пам'ять. Дякую. Дякую вам дуже. І я ще дві хвилинки хотіла сказати, коли відкриваєте для себе такі книги, знаєте, є таке інколи, ну, кажуть, документальні книги, спогади, наче такі, тут стільки захоплюючих історій, вона буде цікава кожному, хто по-справжньому любить своє місто. Дякую. Дякую вам ще раз. Дякую вам, що були разом з нами. Любіть своє місто, залишайтесь справжніми патріотами. І залишайтесь на хвилі нашого каналу. Хай щастить в ефірі. Побачимось.